Добрый день, дорогие друзья. Сегодня у нас вот на обзорчик попало достаточно интересное устройство. Это Wi-Fi модуль такой вот для умного дома. Здесь прямо так и написано. Inbeard производитель. Smart Home, Smart Life. Модель его ITC-800-308 Wi-Fi. Можно управлять по Wi-Fi. Можно подключать к умному дому. Поддерживаются несколько моделей умных домов. Настраивать очень просто. Я вот сейчас вот сделал такой вот небольшой макетик, в котором, значит, я настроил определенные условия. У меня есть две тарелочки: холодная вода, горячая вода. Я буду регулировать температуру, создавать либо жарко в квартире, либо холодно. У меня есть вентилятор, который будет включаться, если когда жарко. У меня будет подогрев. Ну, подогрев, чтобы это все видно было, это просто обычно светодиодная лента. При температуре, которую я сейчас настрою, низкая, она будет включаться. Тем самым можно будет увидеть, что в доме, к примеру, холодно. Значит, горячая вода, холодная вода. Здесь на розетке есть у нас два обозначения: кулинг, либо хелтинг, либо охлаждение, либо нагрев. Все это можно увидеть вот по температуре. Так, для управления можно использовать также программное обеспечение, которое идет вместе с аппаратурой. Значит, можно его скачать вот в Google Play Market. Здесь есть QR-код для его скачивания. Здесь есть также настройки, как это все настроить. Здесь все это есть. Каждое обозначение. Ну, в общем, полностью все пункты описаны, какие есть настроечки. Давайте коротко пробежимся. Значит, подключается очень просто. Зажимаем Wi-Fi, пока не начнет быстро моргать этот светодиод. Когда он быстро моргается, значит, включаем программное обеспечение и подключаем его, собственно, к этому устройству. Так, зажимаем. Попадаем мы в настройку самого устройство. Это же самое можно сделать, конечно, и с помощью программного обеспечения. Тут это все есть. Если сейчас вот смотреть, то это можно будет все продублировать. Значит, заходим в сеттинг. В данный момент у нас выставлена температура 26 градусов. Здесь ее можно также регулировать. Ну, она, синхронизация не будет происходить во время настроек. Так, ну что, дальше смотрим. Разница, значит, при высокой температуре, разница при низкой температуре в 2 градуса. Значит, если у нас выставлено 26 градусов и температура будет превышать 28, то у нас будет либо включаться нагрев, либо будет включаться охлаждение, в зависимости от того, в какую сторону настроено. Так, ну это, значит, сигнализация при большой температуре, к примеру. Значит, можно настроить критическую температуру, при которой будет также идти сигнализация. Так, ну время на срабатывание — это 0 секунд. Тоже выставляется в секундах, сколько там от 0 до нескольких минут это все можно сделать. Калибровка можно сделать, если, к примеру, датчик температуры не соответствует. Здесь он не меняемый, можно его в другой версии менять, ну не в этой. Так, ну и выбор Фаренгейта либо Цельсия. Так, выходим также. Все, мы вышли в программное обеспечение, в рабочее состояние. Так, у нас сейчас выставлено 25 градусов. Смотрим, тут то же самое можно также делать. Значит, заходим в настройку. Сейчас здесь Цельсий, тут Цельсий. Меняем на Фаренгейт и выходим. Пишет АПП и, собственно, уже Фаренгейт. Меняем обратно в Цельсий, нам это будет удобнее. Обязательно надо выходить, потому что не будет обновления. Так, ну что, попробуем.
Значит, выставляем 26 градусов. У нас сейчас показывает температура в комнате 24,5. Значит, у меня здесь идет выставление, то что при разнице, если будет 2 градуса, то сработает нагрев. Охлаждаем. Сработал нагрев, загорелся светодиод, то что это идет нагрев. Температура, по идее, должна со временем в комнате увеличиваться. Давайте согреем наш датчик. Температура начинает расти. Она выровнялась на уровне 26 градусов и нагрев выключился. То же самое сейчас проводим с нагревом. Если у нас разница будет в 2 градуса, у нас включится вентилятор и будет происходить охлаждение. При разнице, опять же, при выставленной температуре у нас выключится вентилятор. А я, как понимаю, сейчас наглядно вам показал, как это все работает.